говорят, у женщины красота оружие. Для мужчины этот факт станет западней. Но на самом деле, брат, никто не нужен ей, а ее оружие прямо под ступней. Яркие, как бабочки, на перегонки. Девочки и мамочки топчут каблуки. Штыки венские, трофеи женские ласково стучат, как дробью по брусчатке. Надо ж так себя вести, чтобы глаз не отвести. Целый мир у них тайком по каблукам. Только бровью поведет, и он изменится. Снова вытащит Амур свой коварный лук. Станет он ухаживать, а когда поженятся, его сердце попадет ей прямо под каблук. И вот так всю жизнь живем, миримся и ссоримся, и тактических своих тайн не выдаем. Не сдаемся, мужики, мы еще поборемся. Считают плохо нам. Там под каблуком яркие, как бабочки, на перегонки. Девочки и мамочки топчут каблуки. Шпильки венские, трофеи женские ласково стучат, как дробью по брусчатке. Надо ж так себя вести, чтобы нас с ума свести. Целый мир у них тайком под каблуком. С праздником, наши самые прекрасные в мире дамы! Целый мир у вас тайком под каблуком. В сегодняшнем концерте принимали участие в качестве подарка нашим прекрасным дамам вот эти самые прекрасные мужчины восточного полушария. Группа «Ливербэнд». Наши уникальные жемчужины Ксения и Илана. Они же наши прекрасные бриллианты Илана и Ксения. Они же ник, даже звезды на небе. И они так прекрасны сегодня, потому что они же закованы в оправу из этих умных, добрых и сильных мужчин. Поприветствуем танцевальный квартет Екатерины Ткачук. Ну и, конечно же, в зале сегодня наша очаровательная оранжерея из самых прекрасных в мире женщин. Наших женщин. С праздником, дорогие друзья! Это было шоу «Уральские пельмени».